вами в доме Петра Ильича Чайковского в Клину. Здесь он провел последний год своей жизни. Я спою 6 романсов, написанные недалеко от Клина, во Фроловском. Дом во Фроловском не сохранился, но обстановка, вещи, книги, ноты, письма и рояль перекочевали вот в этот дом, Клинский дом композитора, ныне дом-музей Петра Ильича Чайковского. Весной 1888 года Петр Ильич вернулся из своего первого концертного турне по Европе. Париж, Лондон, Берлин, Гамбург, многие города Европы приветствовали русского композитора, рукоплескали ему. Выразить, до чего я устал, нет возможности. Следует удивляться, что я все это выдерживаю. В газетах читаю о себе похвальные отзывы. Успех, коим я везде пользовался, очень приятен. Что ужасно, невыносимо, это знакомство, приглашение на обеды и вечера, необходимость делать визиты и полная невозможность уединиться, читать. Вообще, что бы то ни было делать, кроме несносного служения общественности. Вчера был тоже торжественный обед. На нем была Арто. Я был невыразимо рад ее видеть. Мы немедленно подружились, не касаясь ни единым словом прошлого. Как много хочется сделать, обдумать, высказать. И мне кажется, что только дома, во Фроловском, я снова получу охоту к труду. Я совершенно влюблен во Фроловское. Вся здешняя местность кажется мне раем небесным. Дом стоит на высоте, вид превосходный. Сад очень симпатичен, но что всего дороже, это что из саду прямо можно в лес перейти и гулять хоть целый день в лесу. Петр Ильич с упоением принимается за работу. Здесь созданы им знаменитая 5-я симфония, увертюра фантазии «Гамлет» и 6 романсов на стихи французских поэтов, посвященных замечательной французской певице Дезире Арто, ученице Виардо Гарсия. Вот здесь, в Клину, в этом доме, именно здесь и хочется спеть эти 6 романсов. И услышать звучание рояля, который, возможно, впервые явился свидетелем сочиненных мелодий. Я был невыразимо рад ее видеть. И личность, и искусство этой певицы так же неотразимо обаятельные, как и когда-то. Если вы когда-нибудь напишете романсы и сочтете, что я смогу хорошо передать тот или другой, только тогда подумайте посвятить мне один из них. Ваш друг и поклонник Дезире Арто де Падилья.
Ветерок, ветерок, да отсвежишь того не зная, что от страсти замираю, огни издражили блесток. Или в долину хочешь мчаться, в темных ивах покачаться, где спит сладко соловей, спит мишмит тебе. Хочешь к розе ты спуститься, с мотыльковли порезвиться, майский день. Я желала только одну песню, а вы щедро написали мне целых 6. Говорят, щедр, как король, и забывают добавить или как артист. Естественно, что я сгораю от любопытства познакомиться с ними. Лишь бы талант оказался на высоте вашего вдохновения. Звучит в пении птиц сладкогласный.
Наконец, дорогой друг, ваши романсы в моих руках и ждут, чтобы я их разучила. Я влюблена в ваши новые чада и горда, что, создавая их, вы думали обо мне. Пускай дыма погасит солнце, светлый луч и покроет эфир цепью сумрачных туч. Знаю я, где искать блеск света, солнца и лучей, и рассвета, прекрасней зари в небеса. Я все более и более влюбляюсь в ваши последние 6 романсов, которые становятся популярными, как я это предчувствовал. Нежно протягивая вам руки, ваш друг Дезире Арто де Падилья. Tombe.
Я старался вам угодить, и полагаю, что вы сможете петь их все. То есть, что все шесть соответствуют нынешнему диапазону вашего голоса. Мне очень хотелось бы, чтобы эти мелодии вам понравились, но, к несчастью, не имею в этом ни малейшей уверенности. Должен вам признаться, что в последнее время я слишком много работал, и весьма вероятно, что мои новые сочинения являются плодом скорее доброго желания, чем истинного вдохновения. И притом чувствуешь себя несколько смущенным, когда пишешь для певицы, которую считаешь величайшей из величайших. Чайковский.